чувствуете именно того, что вас не пускают вперед. Задняя нога состоит, то есть она толчковая, поэтому впереди стоящая должна освободиться. Ходите с линии вниз. И вот теперь обращайте внимание на шкафы локтевозные. После этого выдыхаем. Отходим. Если вы будете постоянно атаковать своего партнера, я расслабляю ворота пространства свои, неважно, к ее центру подойти. Вот он центр, и теперь появится. Теперь у тех, у кого есть волосы, расчесываемся и входим в подход. Почему использовал слово расчесываться? Потому что если я вот сюда руку беру, то я потом туда не вернусь. Мне нужно, чтобы все происходило перед моим центром, если это было оружие. Здесь. Вот. Что значит это будет? Сейчас у него хорошая спина. Чтобы забрать мою руку. Прям забирайте. Локоть. Поэтому первое, что я спасаю, это локоть. Вожу локоть. Вожу к себе. Теперь у моего партнера есть направление. Я не смогу идти. Поэтому то перемещение, которое мы с вами делали первое, вес тела, потом бедра и потом уже. Ушли с ним. Поэтому, когда я тебя взял, настраиваешь мою руку так.